поводу сегодняшнего живняка. Живняк полнейший, 100% живняк. В нем играет Женя Черный. Женя очень серьезный человек и явно недооценивает свой огромный творческий потенциал. А на басовом синтезаторе сегодня вместо Максима Сивашова играет Анна Перепелица, которая является таинственным агентом. А Аня сегодня будет помогать играть и танцевать. Таня Жюри. Мы только что 2 часа записывали син, гитару и вокал. И мы будем нагло играть под плюс, как настоящие козырные лабухи. Скорее всего, сейчас произойдет что-то нелепое, смешное, чтобы выдержать стиль. У нас будут менее меняемые танцовши. I feel myself on the burning tree. He's losing his soul, I can't live from here. This solemn time is so not for me. Oh, I kiss the rain and the rain kisses me. Серьезно доминировать и иметь. Вот, например, для меня пример доминирования – огромное здание вот здесь на побережье, рядом со студией, которое еще не достроено, но оно уже доминирует. Музыка – это всего лишь инструмент какой-то или какая-то хрень, которая забирает время, внимание, дает вдохновение. Но все это в итоге для того, чтобы доминировать. Я в этом здании вижу абсолютную метафору со своим состоянием на сегодня. И оно такое же обширное и массивное, но еще не населено. Возможно, как и голова моя мысленная до конца не населена. Полина – это девушка и фотограф в одном лице. И она сейчас вот в этот момент делает фотосет, и мы про нее песню поем. Oh, you know my sweet Polina. Voice is purer than water. My love makes a start from your eyes. I'm absolutely going down in this town.
from all the tapes I have. I almost sleep, but in this dark I go as madman on this spot. And now we go in the night. Периодически в группе Simon Stone играют разные совершенно музыканты, которые друг друга и не знают, и, может быть, и не видели никогда. Но, тем не менее, я полностью за такую коллаборацию, что мы не завязаны сейчас на каком-то составе душевно очень близком, где люди друг без друга не могут просыпаться, по ночам отправляют смс-ку «Спи спокойно, дорогой мой друг». А у нас немножко иной коллектив, он более на холодных отношениях построен, но каждый дело свое хорошо делает. И именно поэтому мне нравится играть с разными музыкантами. Может быть, в семейных отношениях это называлось бы изменами, но в творческой жизни это называется коллаборациями. Песня «Болгария» про путешествия, странствия и про захваченные, аннексированные территории в том числе. East or West, South or North, the road leads you way down the hills. East or west, south or north, the road leads you way down the hills. East or west, south or north, the road leads you way down the hills. East or west, the road leads way down the hills. East or west, south or north, the road leads your son sleeps. Мы планируем делать EP, это еще будет 4 песни записаны совершенно в другом стиле. У нас будет цыганщина, возможно, электронная шароварщина и все в стиле Prodigy, в общем. Вот такой план, собственно. Ну, что бы вам сказать? Ребята, нет ничего зазорного в том, чтобы играть настоящую музыку. Просто делайте настоящую музыку.